Эдли, основной центровой под 44-м. Такова пятерка Даллас Маверикса на тем. Во-первых, во-вторых. Но он не настолько эффективен, что ли, как тот же Шакил О'Нил. Зак Рэндалл показывает изменения его статистики. Еще и обрабатывать раз. Ну и не следят внимательно за Майклом Финли. Великолепный периметр. Такой же, наверное, Майкл Финли, Эдуардо Нахеро. Нет, Нэша нет. Вместо... Нет. Да-да-да, все-таки Ван Эксель его заменил. Сабас еще. Давайте посмотрим, пас какой на Сабаса. Здорово отработал с Нахеро бросковую позицию. Разворот левый, без ведения. И тут же бросок. Великолепно. Сабонис поработал. Ну, а кто еще? Ну, вот посмотрите, Зак Рэндалл бросает, подбирает, добавляет. Жалко смотреть на Дона Нельсона. 52-31. Три минуты до большого перерыва. Стадамайер, Дейл Дэвис. И перепасовка сейчас. Этот треугольник замкнул. Сейчас нарушил правила. И на линии штрафных. Зак Рэндалл. 69-42. 9 минут с половиной еще играть в этой четверти. 69-42. Вот-вот закончен. И затем Сан-Антонио. Непреодолимым препятствием. 69-90, да, в финале 1-4. И 91-92 Чикаго. Тоже серия уже за титул. Они стали чемпионами своей конференции. Лос-Анджелесом удалось обыграть Портленд, как раз отставая минус 18 и за четверть решающей встречи ликвидировать этот дефицит. Паттерсон. Ой-ой-ой-ой. Передача. 5% реализации всех бросков в серии плей-офф. Такого никогда не было. ...125-103 сделали. Итак, все. Закончился этот поединок. Счет серии стал 3-3. Для вас работал Михаил Рештов. Благодарю за внимание всех абонентов НТВ Плюс Спорт.